Ну, все предсказуемо. Результат был, я, в общем-то, этот результат не сомневался в нем и в Москве, потому что, в общем-то, перед отъездом у меня связка изолировалась, вот, основная, и, естественно, вынужденное выставление опытного, умелого игрока в прошлом. Поэтому, конечно, с ней она не бежит, не прыгает, это было ясно. Вот. Но мне, в общем-то, важно было то, что все-таки мы здесь... у меня молодая команда, 4-й год, 3-й год, 2-й год, поэтому они получают хорошую практику и в длительных поездках с большими с перелетами. Вот. И поэтому я считаю, что все равно это полезно. Я, в общем-то, не в турнирном плане, хотя, конечно, в турнирном плане, вот, при наличии, в общем-то, всех в строю, ну, можно было бы на что-то рассчитывать, но здесь пока педагогический процесс идет. Ну, результат есть, это хорошо, но в каких-то элементах, моментах не очень понравилось действие нашей команды. Мы будем работать. В целом, наверное, плюс этих игр был в том, что игроки, которые меньше практику до этого получали, играли эти игры. Мы, наверное, каждую партию начинали очень тяжело, и в конце только это. Но еще раз говорю, можно это как бы оправдать, что, еще раз говорю, девчонки, которые очень мало играют, они в первый раз, ну не в первый раз, но так много играют, всегда эпизодами, тут им полностью игру надо провести. Конечно, сыгранности не хватает у них в этом. А так, выиграли. Лифанова, основная связка на этом туре была, это была запланированная акция или это вынужденная? Ну, у нас... Я не устаю повторять две равноценных связки. Просто на данный момент Катя больше провела игр. Но это планировалось изначально. Плюс у Кати небольшое повреждение. Тут все совпало, можно сказать.